Друзья, сегодня уже завтра. Вот. Вот. Дождик прошел. Целую ночь лил. Сейчас очень сильная жара, просто солнце палит. Вот, уж я аж даже футболку переодел. Кстати, редко такое бывает. Вот. То есть сегодня прям вот очень сильно подготовился. Взял вообще все, что только можно для того, чтобы поймать очень много маток. Вот, сегодня мы идем. И я очень надеюсь найти фуллигенозусов. Ну вот, посмотрите, вот. Офигеть. Тут просто до черта маток. Посмотрите. Тут матки и самцы просто офигеть. Очень-очень много. Именно сейчас вылетают. Вот. Именно сейчас вылетают, именно сейчас, где-то уже вечерком, наверное, мы их уже поймаем. Давайте, кстати, пойдем посмотрим к другому муравейнику, там они тоже должны вылетать. Вот, посмотрите, я уже вижу, это офигеть. Здесь их даже больше, чем было в прошлом. Вот просто посмотрите, я в ауте, просто посмотрите, офигеть. Все, просто все облеплено ими. Тут и матки, и самцы, и кого только нет. Вы посмотрите, какое огромное количество вообще всех. И рабочих, и маток. Ой-ой-ой. Чувствую, будет весело. Да. Офигеть. Ну, не просто дикая паника. Давайте еще. Они вот именно сейчас вылетают. Такого количества маток, а тем более такого количества маток фуллигенозусов, в одном месте я не видел никогда. Все леты, которые я видел фуллигенозусов, это какие-то маленькие эти просто, ну, выходки такие, так скажем. А тут просто жесть. Они просто рабочие яростно их защищают. Они просто готовы рвать и метать. Все. Они вылетают. Ну, я хочу вас всех поздравить. Вот. Они вылетают. Это супер круто. Кстати, здесь я еще все пытаюсь до сих пор даже найти лептотораксов, но до сих пор никого не могу найти. Смотрите, вот это вот. Это, наверное, пищевая тропа тоже того же муравейника. Тоже достаточно активная. Но она, в принципе, здесь всегда активная. Вот. Так что это очень-очень-очень круто. Вот просто такого я не видел никогда. Да, все усыпано ими, все. Просто ближайший час-два, и здесь их будет дофига ползать. Просто. Да уж. Ребята, я пришел сюда через 2 часа. Просто посмотрите, что это такое. Это опупеть какое количество всего вообще. Вот даже они здесь. До сих пор не вылетели. Офигеть. Все, просто все усыпано в них. В этих крылатых особях. Во, посмотрите. Офигеть. Вот, смотрите, сколько сюда нашло. Пытаются все взлететь, но все никак не получается. Блин, это маток будет просто невероятное количество. Все ждем, жду, и уже второй день все собираются. Когда вы уже соберетесь, я не знаю. Но вот, кажется, что-то вот забираются на возвышенность, вроде бы хотят вылетать, друг на друга собираются. Вот это вообще очень интересно. Вот, ну все как-то не летят. Ну вот, ну что вы не вылетаете? Ну вот, собрались все. Вас уже защищают все. А вылетать не хотят. Очень странно. Ну давайте. Ой, я вас прям очень сильно верю. Вот, надеюсь, то, что те хоть вылетели. Ребят, а здесь еще больше. Ну вот посмотрите, вот раз, два, и вот два вот очень четко от муравейника. Посмотрите, какое здесь количество
крылатых особей и не только. Простите, залетает на самый верх. Забирается и тоже пытается взлететь. Значит, сейчас должно быть. Ну вот сейчас вот они все собираются. Ну когда вы уже соберетесь? Как-то так. Просто вверх-вниз. Смотрите. Вот. Они сейчас должны взлететь. Но что-то вот им не дает. Хотя, можно подумать, что им не дает. В принципе, все. Ну, что мешает. Но пока что все подготавливается. Боятся, может быть, чего-то. Или... Не знаю, еще что-то не ждут. Надеюсь, это до завтра не затянется. Вот, ну, в принципе, круто. Все. Они выпускают. Именно вот они, ну, они как бы давно выпускали, но сейчас они именно вылетают. Вот, я прям вижу, как матки и самцы вылетают просто пу-пу-пу. Ребята, это очень круто. Жалко, что на камеру это не увидеть, но они просто вот так вот. Пу, 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 пу. Еще одна летает. Кто-то вон, кто-то не может удержаться и падает с этого, с этой штуки. Извините за плохое качество, по-другому я не мог подойти. Потому что когда подходишь, они сразу пугаются. А тут вот они. Не знаю, вам, наверное, это не видно, но они прям вылетают жестко так. Вот. Все. Это начался лед. Наконец-то, блин, я его дождался. Это еще долго, кстати, вот это все количество взлетит, но сам факт того, что лед начался и они уже вылетают, это очень круто. Вот я прям вижу, это очень круто. Вот. Примерно где-то через 10-30 минут после того, как матка вылетела, она уже бегает вот здесь. Вот, но. Пока что я такого не вижу. Вот. Буду внимательно наблюдать. Это очень интересно. Такое количество вылетает просто. Тю-тю-тю. Очень интересно. То есть они как бы по несколько штучек сразу. Одна раз. Очень круто. Похоже на какую-то мошкару. Вот. Они очень мелкие, их достаточно легко спутать. Но вылетают они прям жестко. Все, ребят, я подошел ближе, и это 100%. Если тот еще немножко не выпускает, то этот выпускает точно. Вот. Посмотрите, вблизи это прям видно, как они распахивают свои крылья и вылетают. Очень хочется это показать, но это просто очень массово. Очень массово. Просто. Попробую как-нибудь показать. Не знаю, как вам видно. Не хочется мешать лету. Да, вам, скорее всего, все-таки не видно. Наверное, не видно, но если видно, то хорошо. Я вижу же это все отчетливо. И значит, смотрите. Ну, вот примерно так выглядит лед. Lasius fuliginosus. Очень массово. Один муравейник выпускает гигатонны маток просто. Они вот на как можно выше забираются. И летят куда-то. Вот. И мы их будем, конечно же, залавливать. Совсем уже скоро. Ребят, посмотрите, первая и очень-очень долгожданная матка фулик. Так, где тут она? Она еще крылатая, но она вроде пыталась бросить крылья, вот. Так,
такая интересная, достаточно маленькая маточка. Нашел ее вот тут-то. Вот. Очень она долгожданная. Действительно. Вот, надеюсь, она скинет свои крылья и сможет поднять колонию. Вот, ну а если же нет, то, я думаю, у нас будет их много. Вот. Так что, есть уже одна, значит, будет еще много. Вот. На самом деле, скажу вам честно, я тут еще отходил на некоторое время. И сейчас уже прям вечер. Ой, извините. Вот. Уже вечерок. Смотрите, лисичка, похоже. Или кто? Да, лисичка. Грибочки. Вот. А, уже вечерок. Из чего мы сделаем вывод? Из этого мы сделаем вывод, что фульки летят под вечер. Вот такая красивенькая маточка. Надеюсь, ты у нас бросишь с крылья. Так, значит, смотрите, ребят, здесь ползала еще одна маточка, которая тоже... Ой, так, это наша первая, да? Вот она. Которая уже откусила почти себе свое крыло. Ну, то есть половинку уже откусила, как бы. Вот, но еще не сбросила. Вот. Круто. Очень круто. Надеюсь, мы будем ловить не только крылатых меток. Хотя, скорее всего, вот как раз они вот только вот отлетели, потому что прошло очень мало времени. Вот, потому что, ну, как бы, отойти просто... Просто так отойти от гнезда на такое расстояние, они, ну, просто не могут. Ну, потому что их защищают там очень сильно. Ну, в общем, короче, что вам объяснять? Вы сами все знаете. Вот. А, получается, то есть, она уже спарилась, вот. Хотя, может быть, есть вариант, что она не оплодотворенная, но, скорее всего, она именно сейчас сбрасывает крылышки. Вот. Вот такие у нас две маточки. Ищем еще. Друзья, эти тоже начали лететь, посмотрите, я тоже вижу. Черт возьми, на камеру не хотят лететь. Ну, в общем, это не важно. Главное, что я видел. Вот. И главное то, что здесь потихоньку начинают бегать маточки. Сейчас уже достаточно поздно. Вот. Пока у нас те же две матки. Новые я пока ничего не нашел. Но, оп, кто тут у нас? Оп. Нет, это какая-то мушка была. Вот. Ну вот, надеюсь, кого-нибудь еще найдем. В принципе, должны найти. Тут их очень много. Фульки очень классные, такие блестящие. Мне, честно говоря, напоминают чем-то кампов. Вот, они блестящие, такие крупные. Очень интересные. Ребят, посмотрите. Пока я туда-сюда ходил, все матки просто взяли и в моменте вылетели. Просто вот. Сейчас здесь остались только остатки. То есть было их гораздо больше здесь. Ну или они, конечно, в свое гнездо забрали, что маловероятно, так как они уже вылетали. Вот. Остались только вот последние. Последние. Вот. А похоже, они вылетели. Минут через 10 должны... бегать, потому что, ну, у них как бы, ну, это не перекрестное оплодотворение, как это назвать? Ну, в общем, нужны два, как минимум, муравейника, чтобы получились матки. Ну, это понятно, да, чтобы не было всяких там генетических проблем, всякая хурма, которую вы можете узнать где-нибудь, но не на моем канале. Вот. Да, сейчас уже вечерок. Вот. Надеюсь, что еще кого-нибудь поймаю. Очень надеюсь. Ну, в противном случае придется завтра опять сюда идти. Вот. Вот эта вот пищевая тропа. Вот она прям очень далеко. Она меня очень впечатляет. Скорее всего, знаете, это что за пищевая тропа? Скорее всего, вон там дофига тли. 100%. Вот, и они там ухаживают за ней. Все дела. Телефон уже садится, поэтому, наверное, надо бы закругляться, делать небольшой перерыв. Но
Я очень не хочу пропустить маточек. Вот. Так, ребят, сегодня уже послезавтра. Точнее, сегодня третий день, сегодня четверг. Фу, воскресенье, простите. И кажется, друзья, ну, поскольку я вчера не нашел больше никого, кажется, я разгадал, по какой схеме летят мои маленькие Lazius fuliginosus. Посмотрите. Вроде мы вчера с вами наблюдали лед, вроде как они вылетали. А тут посмотрите. Оказывается, они не вылетели. И тот муравейник то же самое. Знаете, что я понял? Они, похоже... ну, это пока что предположение, я еще не до конца удостоверился, но, как мне кажется, они, допустим, у них лед длится несколько дней, то есть, вот муравьи всех маток, они сначала выгоняют, вылетают, допустим, штук 50, ну, не, 50 много, допустим, 10-20 штук вылетают, а спариваются с самцами, ну, эти там ползают. А остальные все уходят назад. На следующий день все то же самое, все повторяется. Вот. Это предположение пока что окончательно ничем не подтверждено. То есть, я не знаю, может быть, через неделю они прям вообще все вылетят. То есть, но пока что, как мне кажется, они работают именно по такой схеме, потому что здесь опять точно такой же кипиш, как и был вчера утром. Вот, а вчера, потому что кроме этих двух маток я никого не нашел. Кстати, эти две матки до сих пор не скинули крылья, поэтому, возможно, они не оплодотворенные, вот, но это не факт. Надо было сегодня им подкинуть рабочих. Вот, странный у нас получается выпуск в поисках маток, я даже не знаю, выпущили ли его. Вот, но как-то так. Сегодня, как минимум, в это время суток, смотреть тут ничего особо нет смысла. Да. Они, похоже, вечером. Вечером это все делают. Вечером вылетают, так скажем, очпочковываются. Ну, это не очпочковываются, а несколько маток вылетают. Ну, вы меня поняли. Вот. Спариваются, и только вот вечером они будут. Опять же, штучки две, не знаю. Здесь у нас есть что-нибудь? Здесь нет ничего. Вот. На самом деле, эти два муравейника супер-мега-гига огромные. Вот. Выпускают, как вы видели, очень много маток. И они держат под контролем несколько деревьев. То есть, у них как пазвичи. То есть, вот такие вот они не очень любят. Они любят именно вот, видите? У них куча-куча вот так вот муравьев залезают. Вот. И там пастбище тлей. А, кстати, здесь где-то видел, где они какой-то тлю доили. Вот. Как-то так.